Всем привет! Продолжаем рассматривать иконы. Хочу вам показать Богоматерь знамение или знамение, изображенное по пояс Богоматерь с воздетыми руками и Спасом Иммануилом на груди. Иммануил – еврейское «С нами Бог». Это пророческое название Иисуса Христа в Библии. Этот тип Богоматери был хорошо известен в Византии, в общем, и широко распространился на Руси, особенно в Новгороде, где сохранилась икона XII века, почитавшаяся главной святыней города, его покровительницей. По легендарному преданию, новгородская икона чудесным образом спасла Новгород при осаде его суздальцами в 1169 году. Представляете, дата 1169 год. Вот как говорится в житии. Сообщение о чудесах, приписываемых иконе знамения Пресвятой Богородицы, относится к 1170 году, когда войска князя Андрея Боголюбского и его союзников осадили Новгород Великий. Силы были неравные, и новгородцы начали молиться Господу о чуде. По преданию, на третью ночь осады и архиепископ Новгородский Иоанн услышал глас, повелевший вынести ему из церкви Спаса Преображения на Елене улице икону Пресвятой Богородицы и обнести ею крепостную стену. Во время крестного хода осаждавшие выпустили тучу стрел, и одна из них поразила лик Богородицы. Из глаз Богородицы полились слезы, и она обратила лик свой к народу новгородскому. В это время враги были объяты неизъяснимым ужасом, побросали оружие и, побивая друг друга, стали поспешно отходить от города. Новгородцы преследовали противники и одержали полную победу. Вот так вот говорится в истории Википедии об этой иконе. В русских иконостасах композиция «Богоматерь знамения» занимала центральное место в пророческом ряду, олицетворяя пророчество о рождении Христа. Вот я посмотрел в Википедии, изображение Богоматери, исходное с иконы знамения, встречается еще на заре христианской эры. К наиболее ранним относится изображение Богородицы из катакомбы Святой Агнии в Риме, относящейся к 4 веку, где изображена Богородица божественным младенцем на коленях. Вот так вот. Вот я посмотрел в интернете, набрал варианты «Богоматерь знамения». Хочу вам показать. Ну, честно говоря, я даже и не знал, не предполагал. Ну вот сейчас мы будем знать, это здорово. Я вместе с теми, кто меня слушает, сам набираю знаний свои уже не детские года. Все, всем пока, всем привет. Посмотрели мы «Богоматерь знамения». Знамение. По-разному, кстати, произносят. Все, всем пока, всем привет, до свидания.